Вот давайте коп на коп, не мешать, я с ним подерусь. Хочу я с ним подрать. Ты что? Я это точно. Будешь на копа руку поднимать? Не-не-не, чувак, я с тобой буду разбираться по-другому. Сейчас, ребята, его вырублю. Ай. А как это так получилось? Я палку вообще нес. Пошел отсюда. О, все, молодец. Я знаю, вот кто я. You win, fatality. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Зебра, Нефорум, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Привет. Всем привет. Ребятушки, сегодня мы играем Gang Beats, если пьёте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Вы знаете, что против компьютера очень сложно играть, поэтому сейчас придется нам очень сильно постараться. Гусанёк, покажешь весь свой скилл, который у тебя есть. А там еще один двери надо. Там еще сложный в зависимости от карты. А, я понял, сейчас его собьет. Есть, улетел. Что? Так, давайте нам еще улетел. Нет, а нет, живой, сам... живой, живой. Это сначала сейчас идут телепиздрики. Сейчас такие гиганты будут выходить. Форум, это... уходи оттуда. Форум. Я возражусь, я самой пожертвую. По голове. Ой-ой-ой, 54 секунды. Волна первая пройдена. На тебе. А за что? Это высоко. Гусанёк, я ж тебе нормально относился. Так, телепиздрика я схватил и выкидываю его. Ты чё, будешь меня тут бить? Кстати, я этих челепиздриков вообще не помню. Давай, 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 вырубай. Если что, то... Есть! Следует. Щенок. Вылез. Опа. Есть, я вылез. На! Вот это хорошо мы, ребята, играем, вообще четко. Давай. Сейчас его собьет. На! Ой, живой он. Он живой. Или он не выжил, я так и не понял. Он выжил, а, да-да, он я вижу. Нажимаете, видите, Q и отображается никнейм. Там еще один. Ой-ой-ой, красота вообще. Сила. Так. Вышел к нам. Опа, футболист. Опа. О, гигант пришел, ребята, смотрите, какие здоровые мужики. Они сейчас нам лиси пораздают просто. Нет, мы их выиграем, пацаны. У нас же Гусанёк хорошо играет, насколько я помню. А я не возвратился, почему? А чё? А ты, наверное, сверху возродился, но ты не видишь. Ого, это что, мне сейчас будут одного все бить? А! Вот это они мощные! Это просто жесть! Это что, мы проиграли? Да, они такие лютые. Да, пацаны, вы чего? Нам карта давай. Плохая попалась. Давай еще раз. Да, пацаны, мы поддавались, да? Да, разминочный. Блин, ну они нас именно, знаете, расчехлили. Я по-другому слова не могу никакое подобрать. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снимать очень классные и веселые игрушки. Это одна из них. И если вы поставите много-много лайков, то мы пройдем. А сколько вообще на самом деле здесь волн? Три, а не четыре. А, четыре? О, давайте эту челепиздриху. Бейте ее, выкидывайте. Эта карта тоже тяжелая довольно. Да нет, ты вредумаешь. Ну, есть, улетело. Давайте этого тоже челепиздрика маленького. Мешаю. Сейчас двоих скинет. Представляете, что сейчас будет? Есть, я вырубил. Да меня, я же коп. Вы что, мента выби? А вы друг против друга не деритесь. Вы же должны его убивать. Я вообще не держу. Это меня держит. Гусанёк, ты что, перепутал управление? Нет. А, получается, можно с собой жертвовать таким образом? Да. Гусанёк. А нет, пускай, это. Пускай их. Я держу их двоих. Идите сюда. Вы наказаны, всё. Вы будете сидеть в карцере 15 суток. Нет, только не обезьяне. Так, вырубаем, вырубаем всех. Пацаны, я их вырубаю, вы их скидываете. Ой. Да вы что, играть разучились? Нет. Нет. Ты что делал? Ах ты чили. Ты какой челепиздрик маленький? Давай я его держу, и вы его бейте. Бейте его. А я попробую голову. А можешь головой вырубить, да, когда я держу? Да мы сейчас все втроем пойдем. Так, давай, скидывай. А, он уже. Так, давай, все четко. Пошли, малой. Пошли псать. Какая каша малаша творится, непонятно. Все, я его скинул. Еще один. До свидания. Вы что делаете? О, молодец. Молодец, пожертвовал. Кстати, ребята, я еще ни разу не упал. Но чувствую, сейчас будет очень жестко.
Ну сейчас гиганты пойдут. Двери держи. Ну он сейчас лечами выбьет. Вы думаешь, выбьет? Я тоже держу, пацаны. Давайте, держим двери. Ой, а черепиздик прорвался. Убей его, убей его. Красиво, да, я его, пацаны, скинул? Ой-ой-ой, мы его вырубили. Открывай, быстрее его берем. Все, открывай уже. А его тяжело, да, вырубить, я так понимаю? Ну, чуть-чуть сложнее. Так, давайте мы отойдем, чтобы не мешать друг другу. Дима, тут твой друг полицейский. Да я его буду вырубать сейчас. Дима, упакуем этого. А кто из них, Дима? Ага, да, не, у меня ж морда, видите, оранжевая. Че, вы скинули дебелого того? Тут сейчас... Ого, за камеру держись. Я его камерамена. Он меня кепку сбил? Ого, тихо, не скидывай меня, не скидывай. Гусанёк, ты чё, не путай, мы же в одной команде. Вот, я держу этого мента. Ребята, я пожертвую собой, чтобы его скинуть. Все, давайте, двое против одного. Зебры, не прыгайте вместе. Есть! У тебя будет последняя жесткая волна, да, пацаны? Да. Тут, по-моему, все эти дебелые. Блин, ребята, держите за нас кулачки, чтобы мы затащили. Надеюсь, у нас сейчас все получится. Ой-ой-ой. Это что за байкеры пришли к нам? Давай, зебра, скидывай. Нет, не забру. Я его скинул. Нет еще. Да с ним прыгай. Я с ним прыгаю. Ребята, реально, вот лучше пожертвовать собой, но мы точно его скинем. Я на самом деле не хотел этого делать. Гусанёк, он держится. Он вылезет? Не трогай, он упадет все равно, рука устанет. Я его ногой пнул, и все. Такие прикольные байкеры пришли, видите? Черные куртки. Тут вообще рокер. Да ладно, мы прошли? Да. Да. Ребята, сразу видно, вы поставили много лайкосиков. Мы же говорили, это было... Хорошо, да, потренировались? Это уже, короче, мы не поддавались, да, сейчас? Уже мы... На 50% силы. Да, на 50%. Ого, представляете, на 100%. Мне даже против компьютера больше нравится воевать. Не знаю почему, но прикольнее как-то получается. Ребята, сейчас мы должны затащить, потому что в той карте... В тот раз мы проиграли на этой карте, сейчас должны четко выиграть. Эй, вы что, будете меня сейчас тут избивать, мента? Полицейский! По трупам. Я жертвую с собой. Есть, я вылез, сейчас его собьет. Ну, есть. Все, я пожертвовал. Блин, пацаны, мы прям жестко сейчас затащили. Это было быстро. Где он? Ой, идет. Я пробылась. Ну что, капитан вонючий. Ай. Блин, не вижу за столба ничего. О, есть. Он меня выкинул. Ой-ой-ой, я живой. Это хорошо, только что-то я долго очень валяюсь. Что? От поезда, логично. Да блин. Опять мы проиграли. А чего так все быстро слились? Это карта. Это не карта дело. Знаешь, мне нравится, когда ты косячишь, ты обвиняешь какой-то... Нет, не в карте дело, просто мы не умеем хорошо играть. Мы как-то все под поезд быстро упали, как-то неслаженно играли. Мне очень нравится, как мы друг друга вырубаем. Это прям эпично вообще смотрится. О, опять крыша. О, это что, других карт не существует в этой рубрике? Давай, вырубай. А тихо, ну зачем вы своих выражений своих не вырубаете? Так вы мешаете друг другу, видите? Надо лучше отойти. Сейчас я вырублю. Ой, своего вырубил. Так, а ну стоять! Вы полицейского вырубили! Это Гусанёк. Неправда. Так, отходим оттуда. А не, Гусанёк всегда меня бьет. Так, отлично, одного вырубили. Ай, Гусанёк. А что творится? Вот я вообще не понимаю, что за каша-малаш. Так, я отхожу. Давайте телепиздрика. Сейчас вы все упадете, да, и это будет цирк. Ну, я же говорю, вот это мне нравится, как вы играете. Вы плохо, очень плохо, пацаны, играете. А, ну сейчас хорошо сыграли. Прикольно, когда есть враг, а вы между собой деретесь и друг друга скидываете. Ого, не ломятся, там идет капитан, своего вырубил. Блин, нифига себе у него там удар поставлен. В UFC что ли играет или что? Че, лежит? Ай. Дим, ты чё? А то я не тебя хотел. Ты ж лезешь под горячую руку. Это моя фраза. Короче, самое лучшее это головой вырубать.
Спасибо, показал не на враге, а на мне. Сейчас я вырублю его, не переживай. То не надо в кашу пускать. О, видите? Пожертвую собой за по красоте выиграю. О, что, как это случилось? А почему я улетел, а он убросил? А, вы помешали мне. Нет, он сам. А, он сам? Дим, да. Бейте его, бейте. Да вы что, издеваетесь? Ну, пацаны, ну что вы как я играете? Ой, красиво, красиво. Ну, даже еще управление как кусок говна. Надо привыкать. Держите, держите двери, держите. Тебя держим, я за голову и за дверь. Они, короче, друг друга вырубают, да, там? Да. Так, гусенек, не мешай, оформ. Меня за ухо держишь. А я не сильно держу, я легенькая. О, давай, одного уже пропустили, можно его вырубить. Че, ты испугался, черепиздрика, на крышу лезешь? Нет, я не знаю, как я за крышу зацепился. Давай, давай, ого! Он протиснулся. Короче, все, давайте, движ пошел. Пацаны, ну это ты, кстати, хорошо сделал. Мне нравится, как ты это сделал. А, ну давай, я не буду. Так, что это было сейчас? Вот давайте коп на коп, не мешать, я с ним подерусь. Хочу я с ним подрать. Ты что? Я это точно. Будешь на копа руку поднимать? На, на. Да блин, это управление, оно у меня очень... Вот, ну смотри, да, я все беру, я взял всех вокруг, кроме него. Ай-яй-яй-яй-яй, мы сейчас с тобой будем разбираться дальше. Не-не-не, чувак, я с тобой буду разбираться по-другому. Сейчас, ребята, я его вырублю. Ай. А как это так получилось? Я палку вообще нес. Пошел отсюда. О, все, молодец. Я знаю, вот кто я. You win, fatality. Держим двери, да? Давайте опять по приколу двери держать. Все, держу, пацаны. Якоб. А, блин, я не того держу. А что это было? А это баг был, ребята. Вы видели, как я улетел? Я не улетел, я телепортировался просто куда. Не, он тебя так рукой откинул. Пацаны, вам тяжело сейчас придется, да, наверное? Двое на одного. Ого. О, есть, ты его вырубил, давай. Гусанечек, че кто это играет? Да, они, кстати, очень странно работают. Давай, Саня. Все, все, все. Молодец, гусанек. Все. Так, получается, что на крыше мы можем выигрывать, а на поезде нет. А на дороге не можем. А на дороге не можем. Ну что, если сейчас будет опять поезда, я буду жестко угорать. Давайте посмотрим. Но на этот раз мы уже точно выиграем, я обещаю. Да. Ну, мы прямо натренировались, вот сейчас прям хорошо уже играем. Просто иногда как-то не берутся предметы. А что за меню? О, опять крыша. Руф. Есть куча карт офигенных, и она выбивает одни и те же. Эй-эй-эй, пацаны, волосы новые. Да не меня, не меня, не меня, не меня, не буду мешать. Я залезу, буду тут стоять и руки вверх держать. Давайте, пацаны, я за вас болею. А как она меня отпустила? Ну вот так вот. Я, пацаны, пожертвую с собой. Нет, не буду жертвовать, не буду. Они еще как-то вырываются. Ты что ему там делаешь? Смотрите, куда я его ударил. Давай. А, ты хочешь стекло разбить, да? Да. А можно и туда скинуть? Да, можно. Так, я контролирую ситуацию. Не знаю даже, кому помочь. Черепиздрика, наверное, легче побить. Пойду я помогу. Кто там у нас? Зебре. Зебра. А, ну, мне кажется, зебре уже и помогать не надо. Ну, есть. Все, идемте черепиздрика все вместе бить. Выкидывайте его. Вот я там уже стекло разбил для вас. Ну, все вместе, втроем. Опа. Двоих вырубили и скинули. Так, держите двери, держите. Со всей силы. Все, держим, держим. Ой, это угар жесткий. Сейчас протиститься. Убегать. Ой. Ё-моё, скинули. Ой-ой-ой, меня жестко вообще вырубили. Ай. Ой-ой-ой. Сейчас... Ты что, перед своим концом как выкинуть, она меня вырубила. Ой, вырвалась у меня. Вот это мент, видите, что чудит? Дима, осторожно. Ты с ним. Так, ты... Есть, выкинул. Теперь малого. Я с ним. Я не буду, я не мешаю, я не мешаю. А, Дима, вот так, да. Дима, все. Есть.
Сейчас блин, прикольно против ботов драться. Офигенно. Да я не босс. Я знаю, что ты не босс. Держу, держу. А, блин, мы друг друга держим. Надо было двери держать. Усатые великаны пришли. Я твоих великанов получил. Я крутой. Я выкинул, пацаны. Все, дверь закрой, а то дует. Да? Не пускай его. Не пускай, ой, держу. Как они вырываются-то? Ой, попробуй его головой вырубить. Ой. А я могу туда зайти? Да. Ой, я там с ним буду драться. А, блин, а у меня компьютер туда выводит сам. На тебе. Выкиду его. Что, тяжелый? Я в стекло хочу. Да блин, мы так проиграем еще. Тут с челепиздриком дерется. Молодец, быстро. Ты молодец. А я знал, что это, знаете, вот понты к хорошему никогда не приводят. Давай, 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 давай. Дима, я смогу, пацаны, я смогу, верьте в меня. Так а там еще один. Это мелкий. Или он со мной спрыгнул? Нет, нет, вон он стоит. Дима меня мелкий закрутил и выбросил. Дима, давай. Ну что, мелочь пузатая. А че там стоишь? Она, танцуем чамбу, ля-ля-ля-ля. Ой, много раз shift нажал. Он держится. А, зелепание клавиш. Пацаны, как думаете, вырублю? Да. Наверное. Ну, гиганта вырубил, и этого вырублю. Не, этот страшный. Я не могу его взять. А, могу. Сам себя душишь. Просто ой, пытался себя задушить. Что за баги? Что за... Это не баги, это они такие. Ну зря, зря он со мной связался. Я же полицейский, я учился годами. Сейчас тебя девочка опустит. Да нет, смотри. Щенки вонючие. Двоих вырубил, пацаны. Слазитесь, у меня немножко левел уже поднялся. Ну конечно. Да блин. Опа, опять рэперы. Вот это мутанты пошли какие-то. Ну чё, пацаны, коп уже не такой, как раньше, а лучше стал. А, рука, рука. Его нога зажала, он поэтому мне не может выкинуть. Давай, Дим. Да я встаю. Видишь, я валяюсь, не могу встать. Ты с палкой пришел сюда. Ты что делаешь? Ты что, моего друга будешь бить? А я тебя, щенок вонючий. Блин, вот это мешает, когда игрок валяется, очень ой, мешает. Ой, я двоих гигантов скинул, нормально. Ах, ты вырвался. Подлец я такой. Тихо, тихо, тихо. Тот с палкой пошел на крышу. Еще здоровый идет. А ладно, давай, иди сюда. Я с тобой один на один бодируюсь. Я тебя не боюсь. Если он хорошо попадет, то вообще улетит. Слышь, из-за того, что ты ушел с палкой, у меня камера отдалилась, я ничего не вижу нормально. Спускайся. А ты на С, Дим, нажми. На S. Ну представляешь, дебил, упал. Упал, а его не выкинул. Так нет, он просто отцепился. О, все. Ура, зебра. Мы выиграли. Красавчики. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.